Пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Алимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Алимбет – народный букмекер! Дмитрий Анатольевич, поделитесь, пожалуйста, первыми наблюдениями и эмоциями. Ну, что бросилось в глаза, ребята вернулись из отпуска с отличным настроением. Все готовы работать, соскучились друг за другом, соскучились по атмосфере, которая царит в нашей команде, ну и готовы дальше совершенствоваться. «Факел» проведет в Турции 1,5 месяца. Как будет строиться работа? Ну, 1,5 месяца разбиты на 3 этапа. 3 этапа подготовки. Работы много, работа тяжелая. Между этапами будут выходные дни, где мы сможем немножко эмоционально выдохнуть. И, в принципе, здесь достаточно распространенная практика. Благодарим клуб за то, что создал такие великолепные условия. Есть отличные, шикарные поля, тренажерный зал, отличный восстановительный комплекс. Поэтому все готовы работать. И самое главное, что у всех есть огромное желание исправить ситуацию. Здесь самая главная наша задача – это подготовить правильно команду к удачному выступлению во второй части. И работа разная. Футбол – это атака, оборона, взаимодействие игроков. Поэтому очень много компонентов, над которыми нам придет работать. Также огромное внимание будем уделять психологии футболистов, потому что все идет от головы. В общем, все, что можно, постараемся усовершенствовать. Как вам уровень наших спарринг-партнеров и какие задачи будут ставиться перед командой на игры? Но самая главная задача – это все-таки мы отталкиваемся от своей игры, какие-то взаимодействия, комбинации, которые мы будем тренировать, плюс физическое состояние проверяется в таких матчах. Естественно, повторяю, что это матчи, которые дают пищу для размышления нам, но мы должны всегда стараться побеждать в таких играх. На мой взгляд, спарринги удачные. Мы просили, чтобы нам предоставили разнообразных соперников с разными стилями игры. Ну, на мой взгляд, мы задачу выполнили, у нас впереди ожидают интересные игры.